Вот статист сейчас зайдет вот к той сосне, но он зайдет именно по дуге. То есть смотрите, как он заходит. А будет он находиться вот в том районе. Делается это для того, чтобы как бы собака напрямую на него не вышла по следу. А именно по запаху, чтобы она... Сейчас распространится запах, а минут через пять мы пойдем. Запах разошелся от статиста. Сейчас я сейчас отправляю его по команде работать. Хорошо, молодец, ай, браво, умница моя, ай, молодец, мальчик, ай, хорошо, ай, браво, ай, умница, ай, красавчик, все вместе уходим, бери. Молодец, гражданина России спас избирателя, детей нарожает, работники, спасатели хорошие будут, молодец, браво. Ну, я доволен, смотрите, сейчас какая ситуация произошла. То есть собака пробежала дальше. Ветер у нас, по идее, идет вот с этого направления туда. То есть дальше собака пробежала, поймала его запах, вернулась и облаяла, как и должно было произойти. То есть мы с учетом всех параметров сейчас собака у нас отработала, и мы завели ее именно с нужной стороны. Все вместе радостные, кинолог не скупится на радости слова, говорит, молодец. Привязываемся.